сегодня конец марта, 29-е. Свинка у нас уже пороситься скоро будет. Уже опустился животик вниз, видите? Молочные железы уже у нее давненько так налились. Еще не сегодня, но неделя, наверное, я думаю, не больше. Самый простой способ узнать, если свиноматка вот-вот на днях, это взять и посмотреть, нет ли молока у нее. Видите, молочка еще нету. Если молоко появилось, осталось буквально часов 5-6. Ну, то есть вот-вот. А ну, не надо тут гадость подбирать. Иди, иди погуляй. Ну, сейчас она мне не расскажет, что гулять. Дима, надо отогнать ее, дай денег. Погода уже весенняя у нас. Сейчас мы кушать ей дали, погуляла. Дальше посмотрим. Сарай тут, в принципе, чисто. Более-менее почищено. Ну, как почищено, я имею в виду, что подстилка перекопана была. Ну, в общем, свинка такая, что будет пороситься на днях, как на раньше. Уже пузо такое вниз ушло, опустилось. Кушает нормально. Но они обычно перед опоросом аппетит не это самое, не пропадает. Это уже, допустим, после опороса может быть такое, что не будет есть и неделю. Ну, тоже все от свинки зависит, от ее характера. Ну вот-вот, ожидаем пополнения. Хочет еще погулять, пускай идет. Для свиноматки очень полезно, так скажем, чтобы она пошла погуляла, мышцы укрепляются, и опорос пройдет быстрее и проще для нее. Она не сильно закормленная. Вот такая у нас хорошая свинка. Тут у нас болото трошки. Ну да, везде же надо пятак сосунуть. Теперь эту воду заливать не очень хорошая идея в этот самый, в поюку. В общем, что я хочу сказать. Буквально осталось, может, неделя. И свинка поросится. Еще вчера живот не был так низко. Прямо опустился буквально сразу. Ты что там нашла? Она какую-то. А ну-ка, сейчас получишь. Вот такой у нас Петренчик, помесь. Все, все-таки она решила пойти домой. Ну, в принципе, все, что хотел показать. Вот так свинка выглядит, когда я осталась до опороса очень недолго. Будем ждать со дня на день прироста, так скажем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.